Значит, всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. С вами, как всегда, Сергей Резников. Сегодня наш с вами будет необычный анбоксинг. Вот такой я хочу прообзорить замечательный фирменный нож от известной фирмы Remilink. Нож этот сделан из нержавеющей стали. Складной нож с поясным нейлоновым чехлом. Незаменим на природе и в доме, на охоте и рыбалке, на пикнике и в путешествии, в лодке и в автомобиле. Идеально компактен, функционален и удобен. К этому ножу прилагался вот такой замечательный фирменный чехол, сделанный который из нейлоновой, из нейлоновой ткани. Так вот, этот ножик имеет механизм фиксации лезвия. Нож от известной фирмы Remilink. Гарантии 5 лет. Вы представляете, 5 лет гарантии. 5 лет гарантии. Это что, я хочу сказать, вообще здорово, в принципе. Ну и то, как понять, 5 лет гарантии. Я вообще считаю, что он вечный, да, в принципе. Ну, если, конечно, вы его не потеряете, или там не обо что-нибудь не поломаете, не будете там, я не знаю, об асфальт его дубасить, то тогда он вам и все 20 лет прослужит, а то и больше. Но я что хочу сказать про этот ножик. Этот нож очень хороший, очень надежный. Не, на самом деле очень хороший, очень надежный. Стоит вообще копейки сущие. Стоит он сущие копейки. Сколько он стоит, говорить не буду. Вот так вот, это секрет. Потом как-нибудь напишу там под видео в комментариях, в описании. Посмотрите, сколько он стоит. Ну, это потом только. Так, что у нас еще тут интересного-то, мои дорогие, с вами? Значит, это самое... Складной нож из нержавеющей стали с нейлоновым чехлом. Карманный складной нож создан из лучших марок нержавеющей стали и тщательно обработан на специальном оборудовании для придания ему точности и долговечности. Разработано в соответствии с федеральными стандартами Соединенных Штатов Америки и государственными стандартами России. Так, вот такой замечательный, очень хороший, очень надежный чехол, который сделан из нейлона. Ткань эта износостойкая, очень прочная, очень долговечная, очень надежная, очень хорошая. Этот портативный поясной чехол из прочного, износостойкого нейлона сделан. Так, что у нас еще тут есть? Внимание! Для снижения риска, связанного с ранениями, соблюдайте следующие правила. Поскольку складной нож имеет очень острую рабочую поверхность, будьте особенно осторожны при его использовании. Не бегайте и не совершайте резких движений при использовании ножа. Не является игрушкой, хранить в недоступном для детей месте. Рекомендация. Используйте специальные очки при работе со складным ножом. Тоже странно, да, как вот понять, это очки какие-то я буду использовать при работе с ножом, да. Я охотник, блин, стреляю, и то без очков, всю, много лет без очков. А это нож, какие-то очки буду использовать. Ну ладно, в принципе, как говорится, для безопасности, там, думайте сами, нужны вам очки или не нужны. Сделал нож в Китае, поставщик ООО «Remilink 2000», город Москва, улица Малогвардейская, 58, стороне 3. Ну и вот что я могу еще сказать это. Я хочу сказать, это не реклама, это лично мое мнение. Нож этот очень надежный, очень хороший, мной он проверенный. Мне он очень понравился, очень острый, просто как скальпель медицинский. Обалденный ножик. Здесь даже есть такое отверстие, такая дырочка маленькая. Вон туда, если посмотреть, видно даже такая малюсенькая дырочка. Сюда можно это самый темлячок повесить. И будет все окей. Окей все будет. Так. Вот здесь на этом лезвии, на клинке, есть такое клеймо. Написано Remilink.
Так, вот это что за фиговинка такая, я не пойму. Это, наверное, для удобства заточки ножей. Ну, в принципе, вы можете эту фиговинку открутить. И, как говорится, ну, кому что нравится, можете оставить, в принципе. Вот такой вот ножичек. Обалденный просто нож, такой тяжеленький. Такой чувствуется увесистый. Вообще сказка. Такой довольно-таки тугой механизм, чтобы его... Так, чтобы его закрыть, нужно большим пальцем нажать вот на эту кнопочку. Вот так вот нажать. Вот так он закрывается. А для того, чтобы его открыть, не надо ничего нажимать. Просто беретесь вот так за клинок. И вот открыли. Ну вот такой вот ножик, в принципе, это самое. Всем советую, покупайте, никого не слушайте. Очень хороший, очень надежный. Так что всего вам доброго. Как всегда, с вами был Сергей Резников. Пока-пока, чао-какао. Целую.